В регионе из-за пала травы пострадало более 6 гектаров сельхозугодий. За минувшие сутки пожарные подразделения в области выезжали 11 раз на тушение сухой травы. Несмотря на разъяснительную работу, что весенний пал травы не приносит ничего, кроме беды, часть населения по-прежнему пребывает в заблуждении и считает, что это позволяет повысить плодородность почвы. Но специалисты напоминают, что в результате пала выгорает верхний слой почвы, и это существенно снижает ее плодородие. Также в огне гибнут мелкие животные и насекомые.